знаю, что вы очень непростой человек, что вы на самом деле разбираетесь со всеми плохими людьми в том числе. У отца недавно на ферме в Иркутске угнали какие-то непонятные ниндзя 28 асиков. Вот если бы... Асики. Асики. Асики, это да. Майнеры такие, асики. Что? Майнеры, они майнят криптовалюту. Слушай, знаешь, мы с тобой из разных планет. Да. Ты берешь словами какими-то, которых мне страшно произносить. Я не знаю, что такое криптовалюта. Вы не знаете про криптовалюту? Не знать даже не хочу. Почему? Вы не верите в криптовалюту? Я не верю в криптовалюту. Я вообще как-то бабушка, которая живет на Андресолях, и жгет керосин, потому что не доверяет электричеству. Поэтому можешь считать меня человеком аналогового века. Я не верю ни в криптовалюты. Да вообще в валюты даже тоже не верю. Считаю, что это мусор. Мусор бумажный, ничем не подкрепленный и никому, по сути, не нужный. Вот. Я верю в то, что руками можно потрогать. То, что, знаешь, можно увидеть, до чего можно дотронуться. Кстати, именно об этом будет большой в Севастополе. Оно будет начинаться со свалки. Вот эпизод называется «Свалка». И вот там мы покажем тебе, в чем суть этой свалки. Как бы вы поступили на месте, например, моего отца, у которого украли 28 масиков? Что бы вы сделали с преступниками? Я не знаю, какое масики. Дорогое оборудование, давайте так. Что бы вы сделали, если у вас украли бы дорогое оборудование? Смотри, при каких обстоятельствах, кто украл, тоже большое... Ну, если свои, допустим. Не, ну это западло. Если еще просто там, это еще такое дело, они могут считать, люди считают, что для работы какой-то так делают. Ага. А если это на доверии, то это крысяк. Ага. А это уже другие вещи. А это вообще уже другие. Это уже другие, и другие последствия. Угу. И по-другому это как бы отношение другое.